Обращение ульяновцев на прямую линию президента решается поэтапно от имени Владимира Путина силами ОНФ. В этот раз активисты Народного фронта исполнили просьбы двух пенсионеров, подарили женщинам новые смартфоны. Они нужны им для стабильного контакта с родными, причем не просто для звонков, для разговоров по видеосвязи. Дети и внуки живут за несколько сотен километров от них. Сегодня мы... Два вопроса. Они похожи друг на друга, когда люди серебряного возраста обратились за помощью, чтобы им предоставили возможность находиться в системе общения со всеми людьми. Телефоны, просто гаджеты. Но я и не надеялась, я просто думала, ну, столько вопросов до меня дойдет, что ли. Вот. А вот видите, оказывается, это все по-честному, что ли, или как ли. Дошел мой звонок, я рада. И радуюсь, как ребенок, вы понимаете? Радуюсь такому подарку. Всего на прямую линию с президентом поступило более 18 тысяч обращений от жителей нашей области на разные темы. Работа по каждому из них продолжается.